Привет, друзья, с вами Флок. Это новый сериал от Салем, называется «Эскорт». Возможно, будет 18+, поскольку довольно провокационный трейлер был у этого сериала. Так что, друзья, обязательно поддержите это видео лайком, напишите комментарий, если вы его, разумеется, посмотрите. Да, чтобы это видео продвигалось. Давайте, поехали. Серии короткие, 2 серии у нас. Ух, тут, блин, интим будет и всякая такая движуха. И, возможно, да, скорее всего, 18+ это будет. Вторая полка шкафчика. Так, данное видео могут смотреть только совершеннолетние. Всем понятно, отошли от экрана. Ну, вот, все персонажи... Ё-моё, описываемые события являются художественным вымыслом. Ну, все понятно, дисклеймер стандартный. Поехали. А, то есть, ну, если вы это смотрите, значит, вы берете обязанность на себя. Блин, Салем довольно реально, ну такие провокационные, да, сериальчики снимает в последнее это время. Чтобы у нас все было, ничего нам за это не было! Хорошку испортишь. Задрала. Капец, что вчера было? Что случилось? Опять клима достает. Да, рабочий момент. Мы вчера хорошо потусили. Ой, тихо, тихо. Да, блин, как умница, только башка трещит. Да, я ничего не помню. А зато я все помню. Сара, давай останемся здесь на целый день. 18+, друзья. Здесь классно. Мне пора идти. Меня Клима ждет. Клима, духи. Слушай, Клима, ты могла духи. Бы выбирать меня, а не работу. И тогда бы у тебя все было. Мы видимся почти каждый день. Мне все нравится. Меня это не устраивает. Да? Что тебя не устраивает? Я хочу видеть тебя чаще. О, как мило. Давай я подумаю над твоим предложением, ладно? И потом, ты же знаешь, что твоя жена этого не допустит. Дашь мне деньги, а то Клима думает, я поехала на заказ в загородный дом. Вон на полке возьми. Пока, любовь моя. Херасти, она там взяла, блин. Куда собралась? Угадай. Приветик. Привет. Удачи, она не в духе. Впрочем, так и всегда. Привет. Явилась? Новых девочек тестишь? Скажи мне, Сара, не охренела ли ты? Клима, это было несколько дней тому назад. Хотел мне копченую колбасу в жопу засунуть. Слышь, старик, ты мне еще угрожать будешь? Извращенец конченый. Почему сразу извращенец? Это нормально. Обалдеть, сериальчик. Возьми помощника, засунь ему колбасу в задницу и жри потом. Я уж заплатил, ты не можешь уйти. Ты шлюха, ты должна делать все, что я захочу. Сука! Клима, у него нет таких денег, за которые я согласилась бы это сделать.
Это твоя работа. Почему я должна закрывать за тобой косяки? Он был постоянником. Забей ты на него. Не сегодня, так завтра. Откинется. Послушай, девочка, не охреневай. Ты сейчас не в том положении. Мне надоели твои выходки. Или ты что, на трассу хочешь? Нет. Ну и все тогда, чтобы такого больше не было. Если он ко мне в течение недели не обратится, с тебя косяк. Хорошо, я тебя поняла. Стоять! Чего так мало? Вечеринка в загородном доме, тройной тариф. Еще штуку. Он мне часть на карту закинул. Вечером завезу. И еще. Так. Никогда мне не ври. А иначе как родителям в глаза будешь смотреть, когда они узнают? Инура, блин, куда ты пропала? Срочно нужны эти деньги. Мне Калиме нужно отдать. Да, я на работе. Я же сказала, найду деньги, хватит кричать. Нет, не оплатили у меня штраф. Ну, прости меня. Не надо драматизировать, хорошо? Никто тебя не убьет. А какого хрена ты занимал столько денег? Все, я найду. Давай. Твой парень? Не говори Калиме, хорошо? Не волнуйся. Аня тебя штрафанула? Угу. Сколько? Не надо. Я сама. Бери. Возьми. Спасибо. Это, конечно, не мое дело. Но от таких парней лучше бежать и не оглядываться. Нет, он в жизни нормальный. Я когда уйду отсюда, все наладится. Ну, конечно. Алло. Эй, Монча Агиси Шептин. Здравствуйте. Да, Слово, ну, Баян Монча Агиси. Ща. Все, давай, там... Ты она про него говорила, да, получается? Конечно, я тебя когда обманул, брат? Салам алейкум. Все, давай, мозги не парь, короче, давай вечером жду тебя. Я извиняюсь, помощь нужна. Сестренка пропала. Нет. Не про нее. Когда пропала? Вчера домой не вернулась. Да, ну трое суток сейчас скажут, блин. Не маленькая же она. Гуляет, наверное, где-то, утром проснется. Сейчас через трое суток приходите, пишите заявление. Конечно. Слушайте, она не такая. Она всегда звонит, предупреждает. На этот раз она не звонила и телефон отключен. Не, отключенным телефоном мы не ищем. Вчера пропала, ну тогда через два дня приходите, напишите заявление, тогда начнем искать. Слушай, у тебя есть сестренка или дочка? Пойди в положение. Переживаю. Сонгрид, камингизиста. Она сториз записывала с какой-то девушкой. Я, честно, первый раз ее вижу, я не знаю ее. Имя подруги есть? Инура, блин. $54 подписчиков. Пеша, где ты был? На студии. На студии? А там рэпер. Чего не предупреждаешь? Сколько мне тебя ждать? А чё ты как мама занудничает? Ночевала дома, знала то, что я ещё утром ушёл. Угу. Ты живёшь у меня. Мама сказала за тобой присматривать. И ты мне не отвечаешь. Да, кстати, мне мама звонила. Тебя искала. А чё она мне не звонит? Что? По одному уже боитесь с матерью разговаривать? Прости, мама. Вчера легли, я к экзаменам готовилась.
знаю я ваши подготовки. Прости, как вы там? Привет, доча. Я Кевлан, привет. Привет, Пополь. Ну, нормально у нас все. Вон отцу опять какие-то люди бесконечно звонят, деньги требуют. Сил моих уже больше нет. Балларын көзінші айтпаса шенді. Им не до этого. Адалдықпен шайшық қызбенің ғой. Мам, пап, я вчера клиенту с банка помогла отчет сдать. Попрошу заплатить. Сколько там? Вам же самим, наверное, не хватает. Не надо. Найдем деньги. Не могу я больше. Мам, пожалуйста, не дави на него. Он и так переживает. Ладно. Главное, вы будьте порядочными людьми. Иркебулан, ты когда поступать-то собираешься? Скоро. Мам, ты же знаешь, что там музыка занималась, что-то с залой. Подожди, ты же обещал, что поступишь. Музыка, ты что, думаешь, прокормит себя? Окей, я пошел учиться. Мам. Ну ты так, дай ему шанс. Ну вот скажи мне, почему он такой, а? Правильно говорят. Надо дочерей рожать. Вот ты у меня такая умница. В банке работаешь, в магистратуре учишься. Я горжусь тобой, дочь моя. О. Это не ее ли? Да нет. Ты из-за Кеши так, что ли? Нет, мам, все нормально. Ладно, а мне еще тоже домашнее задание надо проверять. Давайте вы там осторожно, хорошо? Блин. Девушка, у вас есть такая, но чуть-чуть потоньше. А волонтеров подключать будем? Нет, не будем. Сами будете искать? А что вы нашли конкретно? Одежду, телефон? Сам все увидишь. Вы, если что, звоните мне в любое время. Я... А я думала, ты уже не придешь. Плохо обо мне думаешь. Ясно. Ну, тут можно, кстати, завтра... предположить, что сейчас он как-то вот с этой девахой, я не знаю, как-то скарифанится, то ли они уже, может быть, как-то знакомы, и они будут, ну, у нее будут узнавать, либо снимет, да, кого-то, вот как бы на ночь будет узнавать вот это все. Ну, давайте смотреть, короче. Сериал только Дубай начался. На 3 дня. Какой Дубай? У меня же сессия. Сессия? Моя бедняжечка, ты хорошо подготовилась? Может, тебе помочь? Ты запарила меня своими вечными делами. Ничего не знаю, завтра вылет. Калима, я пошу на тебя уже год, и ты прекрасно знаешь, что у меня учеба. У меня девочки, которые работают и учатся 5 лет, и никогда не отказывают. Это и ваш заработок тоже. Или что, деньги уже не нужны? Нужны. А в чем проблема тогда? Нафига тебе эта магистратура? Ты что, в академике собралась? Это не мне надо. Ой, хватит из себя строить примерную дочь. Ну, Клима, ну мне правда сейчас не до этого. Хватит, все, короче. Окей, тогда послезавтра вечером пойдешь к другому клиенту и веди себя нормально. Это постоянник Суфы. Хорошо. Кеша! Кеш! Блин, сестру жалко у него. Сука, Калима. Ненавижу. Ой.
То есть он постоянно? Ну, что-то да. Типа того. Неудивительно. Для связи. Фу, человек как лохушка. Так надо, давай свой. А ты потеряешь, это уже прохавала. Что это такое? Откуда? Что? С Богом. Откуда у нее в хате? До завтра. А, ну это она и дала, ну. Киша, как вовремя. Это подруга ее. Иду! Пацанчик этот? Здравствуйте. Да. Меня Адиль зовут, я старший брат Айнуры. Тут такое дело. Мою сестренку нашли мертвой. И мне кажется, что вы последний, кто видел ее. Ау, блядь. Как посмотреть следующую серию? Подожди, не ори. Ё-моё. Окей. У нас еще одна серия есть. Ну, блин. Ну, сериал довольно провокационный, конечно. Но интересный, я вам скажу. Да. Давайте смотрим вторую серию. Очень короткие серии, очень. 15 минут всего. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Жалко, жалко, парни. Эй, рэперам, сенің қызың жүзекші. Әр түні сайын оның көр... И хасанат. Я хасанат әлфил ахирати и хасанат вақы назабнар. Амин. Здравствуйте. Меня Адиль зовут, я старший брат Айнуры. Тут такое дело. Мою сестренку нашли мертвой. Вы последний, кто ее видел. Вы что такое говорите? Этого не может быть. Я извиняюсь за такой поздний визит. Просто мне нужно знать, куда она пошла после вашей встречи. Я не знаю. Она закинула сторис в 7 часов вечера. Там были вы. И все. Дальше пустота. Да, но она потом ушла. Но она не сказала, куда. Я очень вас прошу, я вас умоляю. Подумайте хорошенечко, куда она, так? Может, в каком состоянии она была? Может, звонил кто-то ей? Я не уверена. Идите. Я извиняюсь. А можно ваш номер? Да, конечно. 8707. Кто умер? Айнура. Это понятно? Что? Я говорю, может, тебе вина? А, нет. Нет, спасибо. Ты что-то какая-то бледная. Все нормально? Да. Лучше расскажи, как муж. Любовь живет дольше, чем 3 года. Потихоньку. Любовь-то да. Но только ревность с каждым годом все больше. Они на постоянно работу жуют. Что это такое? Пирожки. Не разрешает. Пустые. Диас, пора вставать. Да, да, мам, закрой шторы, пожалуйста. Выпей воды. Почему до сих пор бардак, а? Недавно разошлись. С отцом не разговаривал? Не о том, что ты знает. Пока что нет. Ну, зато шикарно живешь. Ты же этого хотела. Ну, это лучше, чем в банке за 100 000 пахать, чтобы закрывать долги отца. Ну, я смотрю, у тебя тоже дела не сильно плохи. Кто-то появился? Нет. Сама заработала.
Я не готова отказаться от свободы. И сколько часов в день ты свободна? Зачем тебе все это? Лучше найди какого-нибудь богатого мужика. Он с долгами отца поможет. А как же любовь? Я и сама рассчитаюсь с долгами отца. Любовь придет. Самое главное в счастливых отношениях, чтобы мужик любил тебя. Ну и чтоб щедрый был. Как же без этого? Идем, проводишь? Выстави дом на продажу. Что? Зачем? Так надо. И отцу пока ни слова. Как будто я с ним так часто говорю. Вызови клининг и приведи тебя в порядок. Сегодня мероприятие. Всем привет. Сегодня 1 апреля. Давайте разыграем Сару. Фу, что за стрелки? Свои посмотри. Да у меня все идеально. Отстань. Теперь нет! Ох ты, сучка! Дайте сюда, дайте сюда! Разыграла меня. Yo, my sister! Послушаешь мой трек? У меня завтра отбор. Давай. Ты что, ревешь, что ли? Нет, твоя музыка в глаз попала. И завязываю, нихуя все будет. Я буду на гастролях кататься с тёлками. Кайф. У тебя тоже все будет нихуево. Да? Я тебе отвечаю. Знаешь, я думаю, все не так просто, как тебе кажется. Пойдем чай попьем. Пойдем. Я тебе как раз трек включу. Пойдем. Не волнуйтесь, все будет нормально. Ой, спасибо, я в долгу не останусь. Да не, вы что? Скоро найдем вор. Хорошо. Салам алейкум. Алейкум салам. Что, какие новости по моему делу? Есть продвижение что-то? Дело Абдрахманова. Ну как сказать, это не за один день решается. Я понимаю. Знаете, я девушку нашел, которая с ней в сторисе была. Говорили с ней? Да, поговорил. Ну, я же не сотрудник. Ну, мне ничего дельного не сказала. И как бы, может, к вам привезти? Ну, позовите ее к нам, мы сами с ней поговорим. Все, хорошо. А по поводу, причины смерти? Там, экспертиза, экспертиза. Наберитесь терпения. Чё там по краже? Ты про которую? Мобильный телефон. Мобильный телефон разбирают, блин. Ну, как я поняла, в итоге ты решил не поступать, да? Да я не знаю. Мама. Сейчас, подожди. Привет, мам. Привет. Айсара, сегодня ходила к Алибаевым из соседнего дома. Дочка замуж выходит. О, классно. Она беременна. Залетела. Говорят, через 2 месяца свадьба, и Шымкента жених приедет. Ё-моё. Старик какой-то. Вы меня слышите? Да-да, а что сразу залетела-то? Но меня не обманешь. Я же вижу, там живот есть. Ой, родителям, наверное, стыдно, ужас. Дети, не опозорьте меня так. Мама, это уже не наше дело. И Саруша. Да. Не порти себя до свадьбы. Замуж никто не возьмет. И ты, Ирки Булан, учись, работай. Ты поступать когда будешь? Ну, может, хватит, а? Нет, а что? Потом как отец будешь, что ли? Да хватит, а? Кеша, блин! Ты же знаешь, что он не любит сравнение с отцом. Зачем ты постоянно ему об этом говоришь? Ну, это же правда. А, не все хотят знать правду. Так, Айсара. Хотела тебя попросить, зайди к тете Розе. Занеси торт, у нее внук родился, а то неудобно будет. Она когда к нам на день рождения приходила, 20 тысяч подарила. Хорошо, мам, я перезвоню тебе. Что здесь делаешь? Проведать тебя пришла. Тихо. А что такое? Что случилось? Кто-то дома есть? Давай вместе к тете Розе сесть. Запугать меня решила. Хочу, чтобы ты всегда помнила, что я рядом. Об этом я точно не забуду. Зачем пришла? Вот, держи. Посмотри.
Помни об этом, когда в следующий раз вздумаешь меня игнорить. Сегодня в 7. Не забудьте. У меня подруга умерла. Правда? Как жаль. Что случилось? Сегодня в 7 не опаздывай. И за то, что вынудила меня прийти сюда, отдашь половину от своей доли. Понятно? И будь паинькой. Сука, Алло, Сара? Здравствуйте, это я, Адиль. Сара, а вы не могли бы завтра подъехать к следователю? Все хорошо. Тогда я вам завтра позвоню. Сара. Данияр. Прошу. О чем задумался? Да так ни о чем. О, и этот, блин, здесь, но... Это тот же вечер, насколько я понимаю. Та же, да, точно, точно. Компания моего хорошего друга. Красиво. Да. Сара, мы тут важный гость. Нужно быть максимально учтивым. Со всеми. Постарайся молчать. Кричать будешь ночью. Когда я буду трахать тебя. Не больно. Будет еще больнее. Добрый вечер. Переживаешь за него? Как и любая мать, чей ребенок годами не получал внимания от своего собственного отца. Виски. Все настолько плохо? Тошнит уже от всех. Ну да, слишком много пафоса. Зачем вы сюда пришли? У меня не было выбора. Ну не знаю, по-моему, выбор есть всегда. У тебя-то уж тем более, конечно. Данияр, давно не виделись. А. Какие новости? Добрый вечер. Ничего особенного. Развиваем рынок винопроизводства. Как ваши дела? Как ваш бизнес, Мухтар Хайсарович? Привет. А это его сын, блин, но... Ты прости, Данияр, но нам пора идти. Тот, в смысле, который у бара был. Всего доброго. Eldar Q. Красное платье, как никогда. Тебе, кстати, огни горят. И поспать я не дам тебе. Давай любовь на
рисуем, она тебе так лицо. И утром, как я проснусь, в переплетении тел, я как красное платье, как никогда тебе, кстати, они горят, и поспать я не дам тебе. Давай любовь нарисуем, она тебе так лицо. И утром, как я проснусь, в переплетении тел, снова, снова. Нам на минуты наплевать, не переживай. Это была одна из папиных шлюх? Кажется, это была та самая. Я ожидал большего. Ничего, она еще сыграет в нашу пользу. А что с ментами? Коротко. Очень. Не переживай, сынок. Я все сделала. Дело за мнут. Давай зайдем в жилую. Что? Просто кажется, это была та самая. Я ожидал большего. Ничего, она еще сыграет в нашу пользу. А что с ментами? Не переживай, сынок. Я все сделала. Дело за мнут. Че, это он сделал, что ли? С подругой с ее, с сестрой этого парня. Давай зайдем. Я, кажется, понимаю, в чем прикол. А они, может быть, это отцовскую вот эту вот искали? Да. Блин, жесть какая-то. Она же в курсе всего, и вот она узнала, что это та самая. И, может быть, они как раз искали ее, а та не выдала ее. Ну, блин, очень провокационный сериал, как уже и сказал. Да. Наверное, ну, я не знаю, как бы мусульманам такое смотреть. Ну, вот, но, тем не менее, кто захочет, тот посмотрит, друзья. Ладно, с вами был Флок, будем смотреть дальше. Каждый вторник, получается, у нас будут серии выходить. Так что, если понравилось, обязательно лайк, обязательно комментарий. Я буду видеть. Да. Всем спасибо, пока.